данные натурально числы x1 и так далее, xn, y1 и так далее, ym, суммы которых равны и при этом меньше, чем m умножить на n. Докажите, что можно вычеркнуть часть слагаемых слева, но не все, и вычеркнуть часть слагаемых справа, но тоже не все, так, что равенство останется. Давайте доказывать индукцию. Индукция очень легко. Ну какая база? Понятно какая. M равно n равно 2. Да, значит, есть два числа в сумме, дающие меньше, чем дважды 2. Кто знает, сколько будет дважды 2? 4. Значит, какие здесь варианты? 1 плюс 2, 1 плюс 1. Либо 1 плюс 1 равно 1 плюс 1, и тогда мы вычеркиваем одно слагаемое. Либо 1 плюс 2, это 1 плюс 2. И тогда мы вычеркиваем, собственно говоря, тоже одно слагаемое. Скажите. Да, да. Отлично. Значит, база индукции доказана. Теперь индукционный переход. Пусть для m верно. Докажем для n плюс 1. Ну, для n и m точнее, да? То есть понятно, что доказывать надо, ну скажем, индукции по сумме m и n. Отлично. Пусть у нас есть числа. В чем будет состоять индукционный переход? От чисел m и n к каким-то меньшим, правильно? Единственный вопрос, мы не знаем, кто больше. Предложение стоит следующим. Вот когда у нас есть сумма x равная сумме y, давай упорядочим x и y. Ну, я не знаю, там, хочешь в порядке убывания, хочешь в порядке возрастания, как тебе приятнее. Вот так не получится упорядочить. Так получится. Да. И y то же самое. Y1 самый маленький, y2 и так далее. M, да. Отлично. А вот дальше вот простая вещь. Что будет, если xn и ym равны? Их можно вычеркнуть. Правильно. Их можно вычеркнуть, и задача в таком случае верна. Замечательно. Что будет, если какая-то из этих букв больше другой? Ну, например, если ym больше, чем xn. Понятно, что достаточно рассмотреть этот случай. Да. Меньше, чем сумма предыдущих иксов. Отлично, вот и пиши. Значит, ym пусть больше, чем xn. Хочется применить предположение индукции. И мы можем написать новое равенство, в котором xn просто-напросто выбросим, а ym заменим на ym минус xn. Пиши. X1 плюс x2 плюс и так далее. Да. Плюс xn минус 1, да. Равняется y1 плюс и так далее. Плюс ym минус 1. И вот дальше плюс еще такое важное слагаемое. Разность ym минус xn, вот эту вот разность записали. Что у нас есть? У нас теперь роль n исполняет n минус 1. Роль m исполняет m. Если мы сумеем проверить, что вот это число меньше, чем m умножить на n минус 1, то можно будет применить предположение индукции. Некоторые из иксов можно будет выкинуть, и из правой части можно будет вытянуть некоторые из игреков. Если мы при этом не выбросим ym минус xn, то, соответственно, просто выбросили несколько иксов и несколько игреков, и все хорошо, и мы возвращаемся к предыдущему разу, из него выбрасываем то же самое. Если мы при этом выбросим ym минус xn, ну, значит, и в предыдущем надо было тоже выбросить, понятно, да? xn и ym, и все получается. Отлично. Значит, лемма должна быть такая. Вот это вот число меньше, чем
Ну, я не очень понимаю, почему ты написал именно через Y. Мне кажется, что через X это было понятнее. Сумма первых чисел x1, x2 и так далее, xn-1. Почему меньше, чем m умножить на n-1? Мне кажется, это намного понятнее, Коль. Сумма этих чисел? Да. Почему сумма этих чисел меньше, чем m умножить на n-1? Вспомни, пожалуйста, что ты знаешь о числах x1 и так далее, xn. Они натуральные, что в данном случае не важно. Сумма. Это тоже уже не важно. Нет, то, что сумма меньше, чем mn, это важно, да. А что ты знаешь о числах x1 и так далее, xn? Меньше, чем xn. Конечно. И что? Ну, то есть, на самом деле, вот сумма... мы выбросили самое большое слагаемое. Была сумма n слагаемых. Мы выбросили самое большое из них. Значит, что осталось от суммы? Какая часть суммы осталась? Одну n-ную хотя бы убрали. Правильно. Из суммы мы убрали хотя бы одну n-ную. Не больше. Да. Умножить на... Нет, все-таки x1 плюс и так далее плюс xn. Отлично. Умеем ли мы это доказывать? Xn было наибольше. Да. Значит, оно... Ну, для начала надо просто на n умножить обе части. И упростить. Это потому что xn самое большое из чисел x1 и так далее xn. Так? Лемму доказали? Доказали. Возвращаемся к задаче. Значит, мы доказали, что вот эта сумма меньше, чем... Сумма иксов. Сумма иксов меньше, чем m умножить на n минус 1. Да. А значит, по предположению индукции можно вычеркнуть, и значит, все хорошо.